Здорово. О, ну привет. Добрый день. Ладно, что, какие новости? Как вообще, что? Все, мы кинем в этот раз его по-крупному. Нам думать, что он выиграл. Так, ну да, если... Давай вернемся ближе к делу. Да. Помнишь наш план с подставой в плане нелегального оружия? Вот я бы... Перевозки там его, да. В общем, что я сделал? Я взял его кейс красный, выкрал. Вот он теперь твой. Это ведь его оригинальный. Да, да. И что мы с ним сделаем? Вот смотри, какие штучки я туда принес. Откуда это все? Выкрал. Это будет подстава, мы его кинем. Подкинем этот кейс, ну ему скажем, не знаю, в машину, да это не важно. Первый лот. Так, далее классический с Midwesson. Старинные кольты. Вот это я бы сейчас в гостиной повесил, просто так бы. Ну ладно. Вот он в паре. И, так сказать, ему на сладкое бронебойный. Прям жалко отдавать, но ради такого дела. Да, в общем, план у нас с тобой такой. Кладем все это в этот портфельчик. И подкидываем ему, куда решим. Посовещаемся. Ну ты и сам подумай. Да. Так, ладно, я пока что поехал. Я думаю, что он уже прочитал записки и на все купился. Ага. Ага, ну вот, давай. Давай, складывай. О. Отлично. Все. Все, ну все давай. Будет нашим. Все. Вот даю, да. Доктору Слонову был брошен вызов. Это совершенно недопустимо. Нужно порешить с этим делом вопрос и положить ему конец. Так, но сперва мне нужно закончить мою серию духов. Так что пора ехать. Какой сегодня чудесный денек. Так, к слову, если верить данной карте, то я почти что близок к его логову. Так что скоро я буду на месте. Так. Почти. Доктор Слонов все ближе и ближе к логову. Вот оно. Я нашел логово. Вот тут он, оказывается, кантуется. Так, какой-то плакат. Что у него здесь? Неужели он производит подпольно холодное оружие? Перековывает здесь металлы. И почему все стены такие тонкие? А это кто? Доктор Слонов, кто так не оставит? Не слышал раньше мой голос, а он может показаться тебе знакомым. Я расквитаюсь с тобой.
познакомься с моими ловушками. А как тебе понравится вот эта ловушка, доктор Слонов? Вот так тебя придавило. Сейчас ты меня получишь по заслугам. Так со мной еще никто не поступал. Сейчас ты дождешься. Я могу провести тот же прием. Козел. Сейчас приедет Станислав. Начинаем расплату. Но прежде сюрприз. Такого ты раньше не ждал. Отдохни. Ну все, эти типы меня били. Таинственный персонаж. Доктор Слонов уже понял, кто этот тип. Но прежде опять пускают в ход маску. Сейчас я ее возьму и закину в архив. И потом мы начнем с этими типами постепенно квитаться. Этим типам не получится сломить боевой настрой доктора Слонова. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Масочку надо закинуть в архив. Больше чем уверен, что там какая-то приманка для доктора Слонова. Потом заехать за моими духами и к одному неожиданному пациенту. Ну, к делу. Кстати, забыл вам сказать, недавно был на аукционе Кристис и купил шикарную китайскую посуду. Всего за 1 000 000. Отличный аукцион. Пойду-ка тоже вместе с маской помещу это дело в архив. Доктор Слонов. Доктор Слонов всех побеждает и разоблачает. Как обычно, как всегда бывает. Так, поставим это все в архивы вместе с посудой и маской. Наверняка здесь засады. Без сюрприза-то нельзя. Ну и что это? Еще ты здесь забыл? А вот в моих архивах.
Я хотел здесь все это поставить. А, это что у нас тут? А, ну масочка, да. О, коллекционная посуда. Верни мою коллекционную посуду. Верни мою коллекционную посуду. Ну-ка, стой, куда ты меня выпихиваешь? Китайский фарфор, значит. Отдай. Да? Верни мою посуду, Станислав. Нет. Дай, верни. Нет, что ты? А ты? Что ты себе наделал? Она теперь не стоит ничего. Сейчас ты за это у меня поплатишься. Ты поплатишься. Станислав, ты что мою посуду китайскую бьешь? Фарфоровую. Сейчас ты мне получишь. Плохо подготовился к схватке. Вот так тебе, да. Доктор Слонов знает основу рестлинга. Полежи. Так, пора ехать. Кстати, заеду, не буду больше томить вас ожиданиями, заеду-ка я к старому доброму другу Леснику. Захвачу ему книгу в подарок, будет рад. А ты тут давай, полежи, отдохни, бля. Вот так вот, Станислав. А, ну поезжай. Приезжай. Негоже тебе тягаться с доктором, доктором Слоновым. А это-ка я на всякий случай прихвачу. Мало ли, что тут еще. Тебя сюрприз-то все равно ждет. Ой, слушай, я приеду быстрее, чем... Опережу тебя. Не перед меня сейчас, я ушел. Вообще, прыгну в окно. Лежу сейчас. Ой, я там кейс ставлю. Ой. Опа. Так, новый кранчик поставим. О, а этого я раньше не видел. Кто это сюда, интересно? А это и не надо а видеть. А что здесь такое? Давайте посмотрим. Да, а кто вы такой? Не будем смотреть. О, нет. Машина-то. Да, тут. О, открыто. Обе сигнализации. Ну все. Ну-ну. Посмотрим, как он догонит доктора Слонова. Так, главное не выбиться из графика. Отлично. Выезжаем скоро. Так. Сперва заедем к старому другу Леснику. Нет, сперва лучше заехать из завода за моими духами. Потом передам подарочки своему другу Леснику. Так. Пора ехать. Сейчас мне только что позвонили с фабрики, моя линия духов готова, скоро партия поступит в продажу. А сейчас я зайду к своему самому первому в мире пациенту, самому первому в истории. Что? Здесь раньше не было патрульных, что за хрень?
А что ж такое-то? Вот из-за таких вот. Ну откуда он тут взялся его? Вы знаете вообще? Я доктор Слонов. Здравствуйте. Добрый день. Да, вас я знаю. Документы я проверять не буду. У меня по сигналу вы что-то нелегальное провозите. Какое еще? Ну вы что, смеетесь? Давайте, ну, посмотрим. Да по кому? Нет. Ничего я тут не провожу. Это моя сумка, там подарок я везу человеку. Так. Ну там книга. Так. Это моя маска там. Так. Ага, очень интересно. А по этому поводу что? А этого не было. Что это? Этого не было? Нет, не было. Нет, это просто мой портфель. Посмотрим. Зачем отдайте мой портфель? Пойдемте Это его кто-то мне подкинул. О, да. Так. Его кто-то мне подкинул. Вы задержаны. Нет. За что? Мне это подкинули. Я выдающийся доктор Слонов. Ну. Знаю. Ты мне все это сам подкинул. Ты мошеннический милиционер. Нелегальный. Ты работаешь на главврача и таинственного персонажа, который тоже был моим пациентом. Вот тебе. Опа. Ах ты. Оружие заберу себе. Сдавайся. Кто сам мог не победить? Откуда мне? Нелегального оружия. Вот тебе, да. Больше не зачем скрываться. Ты наконец-то понял, что я тоже твой бывший пациент. Сейчас ты получишь за все. Я все время думал, как ты заработал эти деньги, когда был твоим пациентом. Но это все уже не важно. Сейчас мы с нашим подкупленным постовым устроим тебе взбучку. Все будет наше. А Станислав, главврач, наш новый главарь. Ну, думаешь, что выиграл? Я сильнее, чем ты. Решили мне подкинуть оружие. Победа будет. Ну-ка, всем стоять. Доктор Слонов берет дело по свой контроль. Получили они по заслугам. Как давно я тут не был. Приехал в гости к своему самому-самому первому пациенту. А он, между прочим, работает в моих владениях лесником. Ох, сейчас будет приятная у нас с ним встреча. Я ему и подарки привез, это хорошо. Сергей Ефимович, добрый вечер. Добрый вечер. Как я рад вас видеть. Спасибо, что вы приехали. Вот тут смотрите, как лес у нас процветает. Вот работаю. Уже скоро пойду делать вечерний обход. Вы-то как, что рассказываете? Какие новости? Привет. Привет, Глеб. Тоже рад тебя видеть. Ну, ты знаешь, я, как обычно, в центре всех событий.
крутится, вертится. Ох, устал я сегодня, но я с подарками к тебе. Вот книга моя, положу тебе тут. Вот тебе покуришь хороший табак мой. Ну и сумку возьми, может, что пригодится в хозяйстве. Вот. А так, что это самое, там звони. В общем, я тебе всегда рад. Ну давай. А я еще поеду, кое-что закончу. Очень важное. Ну что, со всеми посчитался. Еду на парфюмерный завод. Вот я и на месте. К слову, мой завод, моей собственной парфюмерии. Что ж, пройдемте. Ага. Так, а прямо здесь? Цех. Ох, какой сильный флёр эфирных масел. Однако, вот они. Вот. Духи с Лановщина. Наверняка приехал. Вот он. Он и попался. На, чубики свои рассматриваешь. Ну-ка выпусти. Ага, вот посиди там. Что за штуки? А я завладею заводом. Выпусти меня отсюда. Да, да. Выпусти меня отсюда. Ага. А ничего страшного сейчас. Ну пока. Ну, открой. Все поделил. О нет. А, у доктора Слонова всегда все предусмотрено. Нет. Вот мой тайный выход. Сейчас мы с тобой сразимся и сведем счеты. Нет, нет. Готовься. Победа, безусловно, за доктором Слоновым. Снова произошли коварные передряги, схватки, разоблачения. Доктор Слонов снова всех победил. Победа за ним. Он ликует, торжествует, дарит всем подарки. Конец.